Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лор Лемур, и добро пожаловать на рубрику «Интересные проекты Space Engineers». Ну что ж, данный выпуск будет очень необычным, потому что перед нами не просто проект, а перед нами карта с проектом под названием Skyrunner Course, который создал Black Armor, сэр Black Armor, инженер под таким ником. Грубо говоря, это полоса препятствий, ребята, полоса препятствий. Вы видели, наверное, сценарий, который назывался «Пираты». Я буквально бегал на ездящем поезде, а потом взорвал его к черту. Так что здесь будет что-то в этом роде, здесь будет интереснее, может быть, даже. И я скажу, что это нелегкое испытание. Ну что ж, давайте начнем осматривать наш проект. Вот такой вот нам встречается с первого раза здание. Сейчас я отлечу, чтобы вы увидели это начало. И нас ожидает достаточно интереснейший, нелегкий проект, то есть со всем этим. Хоть у меня и 50 FPS, но честно, у меня бывают просадки, фризы жуткие. Я надеюсь, они не будут вас расстраивать. Вот, такая вот полоса препятствий. Если честно, это все выглядит довольно жутко для меня, для человека, который не очень привык проходить подобные миссии, подобные вещи. Если честно, я вспоминаю некоторые игры на плойке первые еще. Они были жуткими для меня в плане своей нелегкости. Ох, через что нам с вами сегодня придется пройти, вы даже не представляете. Это малая часть, то есть всех, ну, в принципе, уже не малая часть. Притом, чем дальше, тем сложнее становится. Ой-ой-ой-ой, честное слово, я надеюсь, что я хотя бы дойду до какой-то части, блин, где же мы еще потом падаем вниз. Ё-моё, и в некоторых местах, я думаю, то есть нам ограниченное количество раз дано использовать наш джетпак. А это усложняет задачу, и в конце мы должны нажать вот эту красненькую кнопочку. Вы представляете, да, себе, с чем мне сейчас придется столкнуться? Как раз-таки время идет к осени, и это, скажем так, похудение к осени. То есть, если набрал жирок ваш инженер, то самое время ему его сбрасывать прямо здесь и сейчас. И начнем мы сейчас это дело самое. Главное только прочитать инструкцию, которая написана здесь в начале. Все-таки из числа тех людей, которые читают и проверяют все. Welcome to the Skyrunner course. Добро пожаловать на полосу препятствий. Ну, дословно не перевожу. Подробно про полосу. Your timer will start once you cross the white start line. Короче, ваш таймер стартанет, как только... Однажды стартанет, как только вы пересечете стартовую линию. The timer starts at 10 minutes and counts down to zero. То есть таймер будет стартовать на 10 минут и стремиться к нулю. Press the red button at the end of the course to stop the timer. Короче, нажмите на красную кнопку там, чтобы засечь ваше время, когда вы доберетесь до конца, если доберемся, конечно. You may only use your jetpack to fly back to the beginning of an obstacle if you fall off. Короче, примените ваш jetpack, отлететь назад с начала и... если вы закончили, грубо говоря, или же упали, не знаю, надеюсь, не упадем. You should be sprinting when trying to jump most of the caves. Вы должны будете разбежаться, то есть на спринт, чтобы прыгнуть подальше на различных, скажем, испытаниях. Ну и enjoy, наслаждайтесь, сейчас мы будем есть халву с пахлавой, да, сейчас наслаждайтесь. У меня это что-то жуткое, короче, лучший результат у того, кто создал это все, это у Black Armor, 5 минут 56 секунд, вот дает чувак. Ох, жуть, ох, чувствую, у меня ладони аж вспотели. Да здравствует, значит, ох, ой-ой-ой-ой, черт, что-то я нехорошо стартанул, ой, мамочки мои. Так, попробуем тут разойтись, фух, значит, вот как это делается. О боже, вспоминаем 90-е, вот так вот мы все делать будем, значит, jump, о, черт, ой, ё-моё, так,
Да здравствует Crash Bandicoot, если кто из вас играл в эту игру. Ох, чувствую, сейчас будет. Не по себе, мне. Так, аккуратненько, аккуратненько здесь. Ё-моё, ё-моё. Так. У меня уже стартанул секундомер, то есть я начинал это все делать. О, ёшкин кот. О, боже мой. Так, что-то, кажется, я не совсем туда попал. Придется подниматься, да. Так. Если бы тут еще была бы возможность отключать... О, боже. Да, если бы тут была еще возможность отключать, чтобы вот наш джетпак отключался в определенный момент, да? Нашей беготни, блин, я с этим не справляюсь. О, черт. Да, это явно не для меня. Я уже совсем стар для этого. Просто стрела в колено попала. Так, вот это еще, может быть, я пройду. Да, вот это вот точно пройду. Так, ой-ой-ой. Ай-яй, да. То, где надо точность применять, это немножко для меня. Терпения, в принципе, хватает. Но с прыжками у меня все было плохо, даже в детстве, когда я довольно часто играл в подобные игры. Ух, тут по диагонали надо бегать. Бежим, 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 прыгаем. Фух, получилось. Так, ну что ж, следующее страшное испытание из кошмаров. Из кошмаров! О, черт, ну почему ты не прыгал? Так, ребята, я предупреждаю, у меня с пробелом все плохо. Не, реально, у меня пробел не работает, вы можете это даже видеть в игре Subnautica. Нет, я не отмазываюсь, это правда. Так, потому что реально, я нажал на пробел, а он не прыгнул. Так, ну-ка, ну-ка. Уиц! Фу, получилось. Дальше, дальше. Ой, нет, 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 нет. Нет, 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 я же сказал, нет, нет, нет. Черт, ну вот, блин. На изи я это не пройду, блин, совсем не пройду. Все-таки я как-никак дослужился до капитана, мне 45 лет. И так, ну, в смысле, моего персонажу. Мне-то меньше, наверное, я не знаю. Может, я на все 100 старпер. Так, раз, два, три, ай, черт. Гребанная клавиша, пробел. Когда же у меня будет новый ПК с новой клавой? Так, окей. Опа. Ой, ё-моё. Нет, это не для меня. Так, ладно. Ладно. Фух. Все, я надеюсь, самое страшное мы прошли. Хотя нет, я думаю, что самое страшное еще впереди. Так. Что это было? Ой. Это была катапульта. Лурапульта. Блин. Так. Так, ну же. Блин. Вот так вот. Так вот, пригнуться. Это вам не полоса препятствия с покрышками в реальности, где бывает. Много открывающихся дверей, фракталы, наркомания. Уц. Ой, черт. Ой, нет. Так, ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо, тихо. Оп. Оп. Фух, можно все-таки пройти. О, боже, о, боже, 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 боже. О, нет, 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 нет. Так. Их. Ой, ё-моё. Нет! Так, черт, ну что ж такое? Сколько раз я прокосячил? Да, то есть, если ваш инженер умеет это делать, значит он хороший инженер. Точнее, даже не инженер, а даже не знаю, как это называется. Так, опа. А вот это уже страшно. Вот это уже страшно. Наверное, Black Armor очень хорошая клава. И хорошая реакция. Ай, черт! Да блин! Так, ладно. Здесь это заканчивается. Начинается следующий кошмар. Да. Это реально кошмар. Кошмар. Так. Ой, нет. Так, блин. Черт. Кошмар-то какой. Ай. Так, я реально похудел. То есть, не мой персонаж уже похудел, а я похудел. Так. Ай, черт. Ну, вот не заладилось, да, у меня с этим всем.
Фу, получилось. Не, реально, можно пройти, конечно, все это, если наловчиться ко всему этому. Но так просто это не случится, то есть. Вот это будет попроще, думаю. Ай, черт, ну вот. То есть, там надо сразу прыгать. Блин. Так, ну-ка. Угу. Думаю, сейчас... Момент! Ой, нет, не момент. Ох, тут даже сам Black Armor испытывал трудности. Инерция, черт. Ох уж вас, инерцию. И мы еще не закончили, то есть тут еще идут сложности кое-какие. О, боже мой, как это все сложно-то. А? Портал, игра Портал, нервно вышла покурить сторонку по сравнению с этой полосой препятствий. Многие из вас будут писать в комментариях, что они прошли бы это на изи. Ну, я рад за вас, если это так. Ой, черт, так, что-то у меня аж сжалось внутри все. Так, быстро, быстро, жмем кнопочку. Ох. Так, congratulations, go to player one time, good to see you, Йордбин, что я читаю с акцентом. Go to player one time, good to see your time, starts at 10 minutes and counts down, reset course. Так. Окей. Нажимаем это. Нажимаем на это. Objective complete. О боже, нет, туда лучше не прыгать. Блин, у меня... Реально, у меня все внутри сжалось. И реально, вот, как бы... У меня аж этот... Страшно. Страшно реально стало. Блин, сейчас... Вот реально, это даже не долетишь так быстро ты, так просто. Фуф. Ох, ох. Да, раннер из меня никудышный, реально. А, тут надо прокачать способности, потому что... Как вы понимаете, да? Эй, вот я даже приземлиться сюда нормально не могу. Сейчас посмотрим. А, нет, у меня тут даже... Я даже не знаю, где мне проверить свои эти способности, да? Короче, типа, если я здесь пройду, ну, допустим, я все это прошел, я просто хочу проверить, в каких случаях я могу проверить свой результат. То есть, я на что-то нажал, неправильно нажал. Так, добегаем, нажимаем на красную кнопочку, судя по всему. Я просто неправильно нажимал и не совсем понял, какой у меня результат. Но, я так понимаю, у меня результат был не ахти какой, наверное, даже. Так. Objective complete. Все. И теперь я... Вот теперь, наверное, мне надо полететь туда, не нажимая на синюю кнопочку, потому что когда на синюю нажимаешь, все ресетуется. То есть заново обнуляется. Так. Сейчас, сейчас. Мы дойдем. Что-то я себя так неуверенно чувствовал на всех этих тестах. Это было ужасно сложно для меня. Так. Нет, у меня тут не высвечивается результат, так что результат мы, возможно, не узнаем. Он должен был быть там, но его нет. Так что, ребята, такие вот проходилочки сложные. Такая вот полоса препятствий. Ставь лайк, если понравилось видео. И, конечно же, небольшие претензии к моим зрителям. Что же вы, кроме инженеров, что-то другое-то не любите смотреть, а? Что же вы будете смотреть, когда инженеры потеряют актуальность, а? Совсем покинете мой канал? Ну да ладно с вами. Я думаю, что что-нибудь придумаем. На днях у меня на канале будет обзор одной интересной игры. К сожалению, на минималках будет обзор, потому что это все, что тянет мой ПК. Я бы вам показал кучу прекраснейших игр, вообще много чего было бы вот так вот, если бы у меня был бы хороший ПК, но пока придется довольствоваться чем есть. Ну что ж, с вами был Лорлиморс, ставьте лайкосики, если вам понравились подобные видосики, и до скорых встреч, с вами был Лорлимор, пока-пока, дорогие друзья, всем пока.